Здесь собрались любители, так скажем, люди, которые преданы своему хобби, люди, которые увлекаются страйкболом. Собраны команды из Бреста, из Гомеля, с Волковыска, команда из Лиды, команда из Гродно, то есть, безусловно, представители нашей Республики Беларусь. Самому юному участнику, который заявился на участие совместно с родителями, это Александр из Гродно, ему 11 лет. Также есть представительница женского пола, которая является командиром команды из Гродно.